поздравляю всех с наступающим Новым годом. Счастья, здоровья, успехов. Желаю всего самого лучшего, чтобы действительно из прошлого года приносил новый, только самое хорошее. И с этим дальше идти по жизни. Я всех поздравляю с Новым годом. Всем счастья, здоровья, улыбок и достижений. Чтобы все занимались еще больше, тренировались еще лучше. Развитие клубов, удач, побед, ну и я не знаю как, всего самого наилучшего. Наступающим всех Новым годом. Да. О, я там думал, ты... Ну, я очень люблю, рада, что я наконец-то покушала, потому что я не ужинала, потому что я дома уснула на столе, когда делала уроки, и спала до полвосьмого, и потом я еле сюда успела. Я рада, что я Хочу всех поздравить с наступающим Новым годом, пожелать всего самого наилучшего, чтобы те, кто прекратил занятия у нас на какой-то короткий промежуток, вернулись побыстрее к нам. И пришли новые люди, чтобы это интересовало, заинтересовало. Больше народу интересуется, тем интереснее нам здесь. От души я наболевший. В будущем году ни у кого никаких травм не было. Мы поздравляем всех с наступающим Новым годом и желаем исполнения самых заветных желаний. Вам на наших желаний. И, конечно же, успехов в тренировках и достижениях. 7-го, да, на Бритнито. Спасибо. Много, ну, конечно, счастья. Много счастья. Мало счастья не бывает. Здоровья. Крепкого здоровья. Стабильного, чтобы никаких травм у вас не было на тренировках. Мира вокруг вас, в вашем доме, в ваших семьях. Любви. Очень много любви. Крепкой любви тоже. Ну и успехов на тренировках, чтобы у вас больше было ощущений, больше открытий было на тренировках. И радости. Побольше, наверное, таких дружеских встреч, побольше тепла, побольше, ну я не знаю, чего еще, Виталь, чего еще. Всего и подумать. Тут. Решите сами. Господи, не знаю, все были живы-здоровы, счастливы, и семьи, и все, когда будет все хорошо, тогда и мы будем, и у нас все будет хорошо. Счастья, веселья, всего самого прикольного. Я пожелаю, чтобы этот год закончился только с плюсов. В следующем году, точнее, в новогодние каникулы все хорошо отдохнули, набрали сил для следующего года. И в следующем году, чтобы все как можно больше хорошо тренировались, трудились и разбирались в себе. И будет все хорошо. Спасибо.